В американский Детройт съехались представители ведущих мировых автоконцернов для демонстрации своих новинок. А пока гиганты машиностроения представляют миру новые версии серийных моделей, компания Local Motors выставила на показ абсолютно уникальный автомобиль. Джеймс Эрл, инженер компании, и его команда привезли с собой первую машину, распечатанную на единственном в своем роде 3D-принтере. Эта модель называется «Strati», что в переводе с итальянского означает «слои». Ведь печатают каждую деталь чудо-машины слоями из пластика и карбона. Отмечу, что это единственный в мире автомобиль, цена которого определяется его весом – $20 за килограмм. По словам директора компании, это будущее автомобилестроения. Эту машину вы сможете увидеть на дорогах своего города уже в этом году. Дизайн мы, возможно, еще усовершенствуем. Стартовая цена за нее будет от 18 до 35 тысяч долларов. Уверен, он не оставит автолюбителей равнодушными.